Самого дорогого человека чествовали в Сестрорецке. Дорогих мам поздравили в кинотеатре «Курортный». Если кому-то мы должны в этой жизни, я себе это говорю, своим родителям, за любовь и ласку, бессонные ночи, воспитание, учеба и терпение и благословение мамы. Мама говорила так мне: «Сынок, 71-й год, 14 мая, вооруженные силы, не подведи отца и фамилию нашу». О себе никогда ни слова не говорила. Я это помню и не забуду. Для меня большая честь сейчас стоять перед вами и поздравить вас с Днем Матери, пожелать вам здоровья, благополучия и больших-больших успехов в вашей дальнейшей семейной, служебной жизни. День матери – международный праздник. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. В нашем районе этот день отмечают в большинстве организаций и муниципалитетах. Я хочу решать, да. Со своим праздничным поздравлением перед жителями курортного района выступила Наталья Подольская. Известная артистка исполнила несколько своих забойных хитов, в том числе она призналась, что в ее репертуаре тоже есть несколько песен, посвященных маме.